Когда я приехал в Бабуйян, меня окружили 15 человек моей национальности, а я был посередине. И били меня не в лицо, а в спину. Знаете, как армяне. Били? Да. Армяне. А я был посередине, да. Гида, мы здесь как... За что? За что? За что били? Турки Тарамаском. То есть ты из Азербайджана из-за этого? Я молчу. То есть ты из-за того, что ты из Азербайджана, армянин приехал в Абовиан, тебя били 15 армян. Ты когда из Баку в качестве... Ты беженец из Азербайджана, да? Ты приехал в Абовиан. Как тебя да. встретили там армяне? Зачем тебе мою душу открывать? Не, расскажи, да. Ну, все армяне были бакинцы в Е-классах. Один я был в А-классе. Понимаешь? И дальше что случилось? Как только перемена была, я бежал к своим в Е-класс. Я не мог с ними быть. Хотя тянуло. Я встречаю своих... Ты можешь конкретно сказать, Араик, ты когда ребенком переехал в Абовиан, из Азербайджана, из Баку в Абовиан, ты учился в школе. 15 армян на тебя набрасывались. И что с тобой делали? В спину били. То есть 15 человек, одного тебя? Да. За что? Я говорю, что я хоть драться научился. Они меня сильнее сделали. За что? А за что? За что? Ты не спрашивал, за что? За что? Да. Потому что я турки Тарамаск. Потому что они сидели что в своем означает? Доме, а я уехал со своего дома. Что такое турки Тарамаск? Азербайджанский отбросок. Ну, Теремаск. Тебя за это били. Ну, а как ты думал? Я приехал с русскоязычного города. Я разговаривал на русском языке. То есть тебя шуртвацем называли? Не, подошел ко мне один человек, ну, наш человек, армянин. Он говорит, слушай, я... слышал разговор среди наших, и они сказали, хотя бы ломаным нашим языком разговаривай, и ты будешь с нами. А я разговаривал на русском языке. Yes, хаим. Хаим, yes. Хаим, мирнелим.